когда уже такое было подобное, да? Где начальник милиции с начальником ФСБ, Следственного комитета просто дербанят. Дербанят заводы. Это кто тут следит за порядком? Кто следит за преступностью, за террористами? Конечно, мы мирно разойдемся, мы проследуем с Анатолием в РУВД, где будем задавать полиции вопросы об обоснованности задержания этих молодых людей. Это предел у нас не введен комендантский час в Волгограде, насколько я знаю. Мы, как граждане Российской Федерации, имеем право собираться. Тем более имеем право оправлять религиозные обряды. Полиция не вправе нам препятствовать. Мы, конечно, а вы являетесь организатором вот этой криминальной акции? Криминальные акции, да. Я призвал людей прийти поставить свечи.